Здравствуйте, уважаемые подписчики и гости канала «Чужое мнение». В эфире новости шоу-бизнеса. Дочке Тимати, Алисе Юнусовой, исполнилось 7 лет. От всей души поздравляем малышку с праздником. Тимати вместе с дочкой Алисой отпраздновали 7-й день рождения девочки на Мальдивах. Напомним, Алиса – старший ребенок шоумена Тимура Юнусова. Матерью малышки является бывшая девушка Тимати, модель Алена Шишкова. Недавно Тимати улетел на Мальдивы. Его сопровождала дочь. От папы Алиса переняла любовь к экстремальным видам спорта. Юнусова просто обожает кататься на доске для серфинга и укрощать строптивые волны океана. Особенно, если она делает это на свой 7-й день рождения в компании любящего отца. Я благодарю Бога за возможность разделить лучшие моменты жизни со своими детьми. Твой 7-й день рождения особенно прекрасен в этот дождь, вместе на досках в воде. Я тебя очень люблю и буду и дальше отвечать за качество твоих волн по жизни, Алиса, обратился к малышке Тимур. Тимати записал видео, в котором вместе с Алисой финишировал на берег после длительного заплыва. Девочка была одета в розовый плавательный костюм, Тимур выбрал кипина белую экипировку для серфинга. А что вы думаете по этому поводу? Оставляйте свои мысли в комментариях, оцените видео лайком, не забывайте подписаться и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить свежие новости. И помните, мы ценим чужое мнение.